Всем привет! Приключения Far Cry продолжаются. Уже вечер, солнце заходит. Закат. А что есть на горизонте? На горизонте куча всего. Они там устроили какой-то там лагерь. И кто-то меня чуть сейчас не увидел. Может пострелять? Чё же они так ходят безнаказанно? Меньше будет. Ах, не вовремя закончили. Они же сейчас тут прибегут. А, прилетело. Точно, они сейчас вокруг побегут. Верт. Верт. Вертушка. Тут кто-то... Да, да что ты говоришь? Покажи свою... черепушку. Следить за местностью. Где тут топочешь? Разведка у него закончилась. Даже не пытайся. Сейчас ты умрешь. Ты что за камень не умеешь прятаться? Да не может быть. Они все бегут и бегут. Вон еще один. Сейчас вплавь поедет. А там еще куча стоит. Там наверху два. Внизу три. Там еще один крадется. Придется пробираться потихонечку. Ты с собой еще миниган забыл взять. Где оружие? Что-то про оружие забыл. Оно же тут дефицит. Надо собирать. Кто-то видит, тот-то видит. Неужели это ты? И на него сегодня вечер закончен. Тут как-то текстуры какие-то хреново наложены или чё. Они как-то мутно смотрятся. И видно, что они как-то немного... Не совсем на текстуре лежат, какая-то еще штуковина выделяется. Как будто что-то там еще на текстуре есть сверху.
Оп-оп-оп-оп-оп. Нет. Он не жив. Где-то топочет. А я тебя услышал. Ты как слон тут топтался. Да их тут уже два десятка наколотил. Надо там еще в домик забраться. Где тут домик я видел? А, которые были тут в домике, они пошли на проверку. Это был один из них. Карточка. Нахрена. Во. Да блин, чё тут такое? Запрыгнуть не могу. Сейчас тебя бочками прибьет, чувак. Чувак, бочка. Нет, бочка мимо уехала. Чисто стало. Ни одного. Ни одного чувачка тут не осталось. У меня есть карточка. Окей, она тут двери открывает. Пойдем, тут когда пещера. Мне что-то послышалось. С одним единственным парнем, обещаю, если здесь будет то же самое, вам крышка. Вот вам мое подкрепление. А ну за дело! Подкреплением захотелось. Вот она... волшебная карточка. Ай, говорит. Надеется, что эта тварь была одна. Он сказал, ай. Налево или направо? Куда идти? Там где? Мне стало сложнее отслеживать твой сигнал. Ты думаешь, я знаю где? Похоже на какую-то пещеру. А хрен его знает где. Во, баллоны. Баллоны — это хорошо. Черт, свет вырубился. Только там, где надо влезть. Так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Есть один. На, в лифт заехать. Что это за звук? Стой, 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 стой. Стой. И ты тоже. Как он удачно. Прям последней пулькой. Я
не слышу больше никаких топотов тут. Может, это последняя гуля? Нет. Он это на корточках шел. Чтобы меньше его слышно было. У них тут секретные разработки. Они в пещере поставили какой-то мощняцкий двигатель. Что-то кнопочка не работает. Питание. Где оно, питание? Ты слышал? Ты слышал? Я слышал. Что здесь произошло? Тут не произошла какая-то чертовщина. Чертовщина. Да. У них чертовщина здесь сплошная. Где тут питание? Эй. Что-то включил. Что-то включил. Должно сработать. Во, эта штуковина заработала. Монстры. Вы где? Это место сплошной ад. Мне кажется, подорвав центр связи, ты вызвал суматоху на всех островах. Драгины воспользовались этим и сбежали потрясающе. Да тут тысячи островов. Да, конечно. Вас-то тут не хватало. Зубастые обезьяны. Они убежали в этот в вентиляцию. А мне тоже, похоже, туда надо. А нет, тут дверь. Налево пойдешь. Лево с двери нету, значит налево не пойдешь. Да что тут за фигня? Кто его там задрал? У него одни эти тапки отпали только. Оружие. Что-то у меня оружие перебор. Security. Субстанция. Тут туда. Эй! Дворяне окружили меня! Надо сообщить по рации! Дверь закрылась. У них твари вышли из-под контроля. Что это за чертовщина? Должно быть, это проект. По сути, они биогенетически измененные приматы. Приматы? У них зубы до подмышек. Прикольно. Машину сломали. Все тут поломали. Дверь откроется. Тук-тук. Или я кнопку не нажал. Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с Тракенами! Повторяю, не вступайте в бой! С кем? С Кракенами? Или как эти гориллы называются?
Здесь у них фотографии. Пляж, пляж, пляж. Везде все пляж. А может быть вот эти острова какие-то? Может где-то тут на одном из них. Крипси. Кнопочка. Нажимайся. Не хочет. Ученые из главной зоны наблюдения лаборатории Тритоп должны знать, где находится Вэл. Тебе нужно получить от них эту информацию. Отряду Альфа проверить центр управления. Отряду Бетта зачистить периметр леса. Всем повысить бдительность. Их загрызли. Всем повысить бдительность на максималку. А чё тут дома на деревьях? А какие-то опасно. Эти гориллы же тут скачут везде. Иди к главному учёному, чтобы найти Вэл. Дойл, какого чёрта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подопытного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приматах. Они тут хрюкают. Эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта, делает подопытных крайне агрессивными. Кригер контролирует их при помощи импланта. Во, миниган. Ха-ха! Отведайте свинца! Там горилла! Где-то, где-то непонятно. По карте где-то тут стрелят. Горилла! Опасная горилла. Там где-то двое. Я их не вижу. А, сирена заработала. Может, бинокль уедет? Может, они с гориллами воюют там? Они, может, вообще не в мою сторону стреляют. А хотя вообще-то, подожди, пули-то тут вжух-вжух. Летели же в мою сторону. У них ворота открыты, гориллы все выскочили. И заполонили весь остров. А это что, подъемник? Он вообще работает? Надо проверить. Вообще-то должен работать, а хотя нахрена мне вниз туда и не надо ехать, я дальше пойду. Вот это вот штуковина. Мне он туда, и как-то попасть надо он туда. Здесь была лесенка, теперь я тут сломали. Как-то опасно тут спускаться по этим лесенкам. Он может сорваться. Может машину взять? Там хоть пулемет есть.
Это какой-то парк южского периода. Глаз на жопу, говорит, натяну. Там ворота закрыты. У меня карточки нету. Дверь не открыть. Сдохни, сдохни, сдохни. Даже не пытайся. Да в кого они там херачат? Мне надо в эту попасть. У меня карточки нет. Может по этой подняться. А раз карточки нет, тогда пойду поверху. Главное, что тут горилла это не выскочила. Внезапно захрюкает. Я не знаю, вроде бы сюда. Хрюкает, хрюкает. Где-то тут. Где-то недалеко. У меня новости. Я только что получил сигнал СОС от Джерри Спадзика, главного ученого. Он заперт в каком-то помещении, окруженном трагинами. У него должна быть карточка допуска во все закрытые зоны. Она трагинами. Чтобы спасти Вэл. Какие-то у них тут трагины. Где-то все еще ни карточку не нашел. На, в другую дверь посмотреть. Ах вы маленькие макаки! Что за шум? Взбесившиеся обезьяны. Профессор Спасик, прием. Мы получили ваш сигнал. Двери, двери. А это что, с другой стороны вход? На карточку найти тут все в дверях. В этих... Теперь ты мой. Ого! Вас-то тут я не ожидал. Тут же монстры были. Ты где карточка? Хорошая новость. Я нашел твоего ученого и его карточку доступа. К сожалению, капец теперь он не слишком разговорчив. Зато я услышал что-то о бункере. Всюду мониторы квадратные. А, во! Дверь открылась. Теперь можно отсюда влазить. Но сначала надо посмотреть, там еще какие-то двери. Вот это куда ведет? Укусила! Всю броню сожрала! Зараза! А что это? Лампочка затряслась. Ух ты! Как она свет делает. За... Да. Отряд прилетел на вертолете. О, тут можно на этой штуковине ехать.
вооружиться. Она не стреляет, эта штуковина. Кто там шляться? Я тебя уделаю. Я вынесу тебя. Видит. Видит, видит. Криггер испытывал сыворотку на людях? Нет, насколько я знаю. Куда-то, я не знаю, убежал. Вот еще одна причина поскорее найти Вэл и свалить отсюда. Свинка! У меня эти опять все хп. Раз этих растратил. Например? У тебя неплохо получилось со взрывчаткой. Может, стоит повторить? Да, мне как раз не хватает внимания. Как раз, чтобы они на взрывчатку прискакали. Показывает идти прямо. А там мост. На мосту два. А нет, то не два. Их тут до хрена. Охренеть. А как пробраться? Надо как-то пробраться. Пойдем, что ли? С этой стороны. Тут какой-то мостик есть. Мостик есть. И два я. Брат, это было ужасно. Хотел бы я свалить отсюда. Два стоят. Мне кажется, там третий был. Камень бы найти и от камня пострелять. Иначе они могут попасть и шотнуть. Эти запаниковали. Вы мне аптечку оставьте. Я ее там быстренько возьму. А как-то неинтересно. С одним этим ХП тут бегать. И можно бочки закинуть. Хватит бегать. Тебя это не спасет. Тут опять самолет разбитый. Блин. Они сейчас тут все приползут. Они же тут
слышат выстрелы, и они потихоньку будут пододвигаться в мою сторону. А мне бы где-то тут найти. А я тут такой раз выскочу и... Не там, где надо. Не там выскочишь, как выпрыгнуть. Мне кажется, там аптечка на ящиках. Или нет? Или нет, или хрен его знает. Что, еще захотел? Я тебя уделаю. Надо ящики посмотреть. Что, вот, как я и говорил. Вот, то, что надо. Ну давай, сейчас там можно и повоевать. Это вот этот в меня попал, которого я сейчас убрал. Кто на вышке живет? Пожалуй, уже никто. Пойду я понизу посмотрю, что там есть. Минус 2. Отлично. Быстренько, быстренько. Перебежка. Впереди целая куча. Еще там миниган есть. Из этой снайперки только лежа и стрелять. Даже сидя хреново. А, то вперед. Раз, два. 3-4 на радаре, там еще целая куча. Мать вашу. Блин, эти пули так рандомно залетают. То до хрена, то ни хрена. Показал, там еще один. Хоба. О! Он схватился за миниган. Но не тут-то было. Надо тут красного убрать. Он что-то... Ни хрена не отвлекается. Все так красный торчит.
Двери, значит, поставили. Не пробраться. Минус снайпер. Стой, а кто тут красный? Мы его потеряли. Они тут где-то на этой стоят наверху. Сканер. Есть один. И тут двое. Двое как минимум. Надо идти прямо. Давай, беги. Беги сюда. О, там миниган. Сейчас кто-нибудь за него схватится. Выкурить его оттуда. Выкурить его оттуда. И будет бобо. Ну, покажись. Он там желтый ходит. Тук-тук. Откройте дверь. Где бабах? Оба, о, зацепило. Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Вертолетик. Тебя тут не хватало. Вертолетик хорошо. С минигана лупит. Надо убрать этого миниганщика. Лети, лети. Опасно. А вдруг я тут кого-нибудь не просканировал? Как со спины что-нибудь прилетит? Тут двое это просканировано, а не он на карте есть. Выкурить его оттуда! Тут еще, блин, заорал там. Я ж чуть не испугался. Прям наверху как скрикнул громко. Иди, беги. Стоять! Ты что произошло?
Что-то тут произошло. Нет, ты не потерял. Выйди вон тут чуть подальше. Еще бы знать, где он, наверху или нет. Да, он, похоже, на стене бегает. Фу. Жесткая жесть. Чё мне надо? Аптечку. Ой-ой-ой! Получай, ублюдок! Маленькая засранка тут. Спряталась. Броник. Быстро меня тут броник положили. А лучше два. Её с собой, чтобы носить. На запас еще положить. Вот дерьмище. Прорваться через этот бункер к взлетной полосе. Одна проблема. Все знают, что ты придешь. Да я сейчас в такой заднице, что мне по барабану, знают они или нет. Да, это особенно миссия, которая только что была. Мощно. Куча этих снайперов. Потом обычные эти пулеметчики. Че, вертолет прилетел? Ну ладно. Что же, на этом пока можно остановиться. Но вы, как обычно, комментируйте. Всем пока и до новых видео.